9 кошек обитают на квартирной передержке волонтеров из общественной организации «Зато верный друг». Все эти животные попали сюда с улицы или были вывезены из приемника. Много повидавшие за свою жизнь, здесь они находят тепло и ласку. Каждый день волонтеры приходят на передержку, чтобы покормить своих пушистых питомцев, поиграть и приласкать. Отсюда же кошек пристраивают в новые дома. Спросом пользуются не только котята, многие приходят за взрослыми животными. Не каждый готов справляться с характером котенка, а кошка уже сформированный характер определенный, и хозяева просто подбирают под себя. К тому же взрослые кошки уже приучены к туалету и не дерут мебель. Например, кот Ась очень ласковый, обожает, когда его гладят и чешут за ушком. Скорее всего, изначально был домашним, но как-то попал на улицу и чуть не стал жертвой стаи собак. Кота отбил волонтер. Такой настолько теленочек, что он просто сам не справился. И принесли сюда. Естественно, у нас отсидел карантин в коридоре, потом пустили в комнату его. Эту кошку нашли мы точно так же на улице. Искали одного кота, принесли другую, беременную, клочкастую. Вот рожала здесь. Котят раздали, сейчас будем ее пристраивать. Кошку назвали Фаи, она оказалась барышней с характером. Квартирную передержку считает своей территорией, следит за порядком. С Фаей и Асем живет котенок Грю. Его вместе с братом достали из ливневой канализации. Сколько животные там просидели, неизвестно, но малыш до сих пор не отошел от шока. Все время прячется и на контакт идет с неохотой. Но волонтеры считают, что приучить его – дело времени. Если вам приглянулась какая-то из кошек, не откладывайте, звоните по телефонам, которые видите на экране. Все подробности в группе приемника ВКонтакте. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.